Что такое дружба? Дружба – это когда кто-то дружит. Дружба бывает между людьми, между зверями, между человеком и собакой, например. Друг – это человек, который никогда не бросит тебя в беде. И дружит с тобой, делится своими игрушками, никогда тебя не забывает. Никогда не обижается, не ругается. Кто тебя никогда не бросит, поможет. Это тот, который тебя не предает. Каким должен быть друг? Друг лучше должен быть добрым, смелым, справедливым, чувствительным, необманчивым, четким, верным, честным. Не просить ничего. Если ты в беде, друг поможет тебе. А если друг попал в беду, то ты ему поможешь. Не должен жадничать, приглашать в гости и дружить всегда. Друг должен быть добрым, внимательным, умным. Что можно делать с другом? С другом можно играть, ходить друг к другу в гости, в сад. С ним общаться, и когда тебе плохо, он никогда не оставит тебя. Играть в порядке, настольные игры, в домино. Можно играть в футбол, слепить снеговика. Читать, ходить в кино. Расскажи о своем друге. Мою подругу зовут Даша. Мы ходим с ней в один садик. И мы с ней ходим друг к другу в гости, приглашаем друг друга на день рождения. Мой друг хороший. Мы с ним играем. Я его угощаю. У меня есть друг Маша. Мы с ней ходим в детский сад и приглашаем друг друга на день рождения. Гости приглашают. У меня лучший друг Женя. Мы с ним играем, ходим на здоровячок. Мы с Ритой любим гулять, играть, кататься на качелях, кататься с горки.